резюмируем, что было интересного, полезного. Будем закругляться. И ну, просьба сделать потом отзыв, что было интересного, полезного в сегодняшнем нашем разборе. Ну и, соответственно, нужно ли делать такие разборы, мы просто будем тогда делать, поскольку они... Спасибо Нине, что она подкинула эту идею. Это было настолько вроде очевидно, но почему-то не делалось. Мы просто будем делать немножко по-другому, мы будем собирать больше людей, но мы будем делать просто выборочные разборы, которые будут... ну, будет возможность, просто Нина в курсе, как это делается, будет возможность просто слушать, наблюдать за собой, что с чем резонирует и так далее. Вот. Поэтому, не знаю, по моим впечатлениям, сегодня прям все удалось классно. Все получили ответы на какие-то вопросы, которые ждали и, может быть, которые не ждали. Вот. Давайте буквально по минутке, что было самое полезное, и будем тогда закругляться. Ну, кто там первый? Давайте Наталья вот первая. Первая Наталья включилась почему-то. Все конечное, нужно наслаждаться. Отлично. Так, классно. Вот, ну, на самом деле очень много мыслей и взяла у ребят какие-то вещи вот с их откровений, да. Есть над чем подумать, прямо подумать и над собой в том числе, потому что много о чем говорили, резонирует ну, вот с собой. Ага. То есть откликаются какие-то вещи. Поэтому вот такое ощущение, что тоже примеряешь чьи-то рубашки на себя, смотришь. Вот, ну, классно. И понимаешь, что на самом деле ну, вся эта суета вот вообще вот не стоит того, что мы, на что мы тратим жизнь. 100%. Так, классно. Угу. Кто следующий? Ну, я могу только... Давай, поехали. Я просто хотела продолжить то, что Наталья тоже... Ну, у нас почему-то с ней очень много похожего, как я заметила. Я только продолжить смогу, потому что действительно, вот слушаешь не только это, одно дело ты сама это говоришь, да, тебя разбирают на таких разборах, да, это вообще очень полезно, Андрей прям очень много сказал, я прям сейчас вот прям буду думать об этом, о том, что мне Андрей сказал, прям спасибо тебе, да. Вот, потом, когда слушаешь остальных, слушаешь их разбор, и это вообще замечательно. Сегодня замечательный вечер, и я буду с удовольствием участвовать в этом во всем. Где меня зови, я буду прям... Хорошо. Ок. Так, спасибо. Так, Андрей, да, давай. Я для себя понял, что когда ты гоняешь эти шары в голове один на один, так, это реально лабиринт, из которого выхода никогда не найдешь. Никогда. Да. А вот здесь как раз найдешь. Да. 100%. Я понял следующее, что с помощью таких технических возможностей, я впервые в таких вот конференциях, можно сказать, да, таких вот, какое-то модное слово для меня тоже, но не суть. Оказывается, все это можно, классно все это делать. Ага. Не обязательно приезжать и тратить время на дорогу. Да. Можно вообще вот так вот, Дим, молодец. Вот. Я понял, что я не один с этой проблемой, и понял, что сколько Дмитрий приглашал сюда и сколько людей пришло. Не, а сегодня я много не приглашал. Сегодня ну, там, я не приглашал много. Ну, ограничений было, он же потом уже не брал. Да, 5 человек, потому что, ну, кто первый захотел, те были. Было больше желающих. А вот это как раз вот это вот она такая вот истина, да? Кто раз, оп, и то есть... Да, вот кто я... самый первый? Я как услышала, я прям аж подпрыгнула. Конечно, я. Я то же самое. Я сразу же, я, все, чудо, давай вперед, поехали. Вот. Понял однозначно, что приоритеты. Чтобы было время на приоритеты, не нужно страдать гигантоманией большим количеством переговоров, там, действий. 100%. Вот что я понял. Дим, респект однозначно. Я всеми, скажем так, руками, ногами и головой и всем телом и душой за, однозначно. Это реально такой мозговой штурм. Ага. И я очень признателен, что в этой группе сегодня не один Дмитрий.
Потому что была бы сформирована одна реакция на Дмитрия, которую я знаю, а тут несколько уже есть другая публика, и ты начинаешь, он там тебе наворачиваться начинает. А Диме респект за то, что хороший такой модератор, то есть ведет конкретно, шелуху убирает ненужный. Вот это мне понравилось. Хорошо, спасибо. Наталья. Я тоже первый раз участвовала, мне очень понравилось вообще со стороны вот разбор вот этот даже, вот уже первый раз вот, что вот между друг другом кто-то, ну вот разговаривали, да, уже всегда же как-то это бывает, а тут со стороны смотришь, как и человек реагирует, и много тоже для себя вообще взяла, вообще я рада, что попала, вообще мне вообще супер. Много для себя взяла, что вот эти вот тоже клубок мыслей, вот как вот Наталья говорит, точно так же начинаешь одно там мысли, и все, ушел куда-то, и получается, да, вот рождается дальше. Угу. Тоже для меня это откровение, тоже, ну, вообще супер, классно, мне вообще понравилось. Много для себя написала, для себя поняла, что надо как-то где-то это... Угу. Вся компания, вся группа вообще, все слаженно, все поработали. То есть, как выясняется, да, оказывается, есть много всего того, что у других людей что-то похожее, да, происходит с нашим процессом. Да. Не такие уж мы и разные, как выясняется. Хотя каждая индивидуальность, да, по-своему. Коллеги, хочу всем сказать спасибо огромное, что, во-первых, все были... ну, скажем так, открытыми, что каждый выражал то, что хотел выразить, что никто не прятался, я посижу, я послушаю, что все участвовали, прям вообще классно. Только когда мы все участвуем, тогда и появляется какая-то, ну, назовем ее истина или откровение, или там инсайт, неважно, как называется. Вот, и, собственно говоря, мы, наверное, это будем делать, единственное, что мы будем это делать немножко в другом формате, то есть... мы будем, наверное, какие-то собирать вопросы, будет, ну, там, вот, например, там, 3-4, там, максимум 5 участников, остальные, наверное, будут все-таки в роли слушателей, потому что, ну, больше 5, там, ну, там, может быть, 6 человек, я, ну, 7 я делал, уже многовато. Вот. Если бы это был формат живой, там можно было бы, допустим, там, на группы делиться и так далее, к сожалению, все-таки здесь история в одни ворота играет.